вызовы. Что остается? Олимпиада? Европа есть, мир есть, остается Олимпиада. Сейчас посмотрим, если суждено. Кому посвящаешь эту победу? Есть какой-то человек, наверное, много очень людей причастно, но кто-то один, наверное, Я это человеку не знаю. Я хочу посвятить эту победу, как да, своему хорошему балканскому народу. Как у нас не было никогда как бы чемпиона мира, и эта победа посвящается моему народу. Что им скажешь? Что бы им сказал? Можно Бу дуньяны жәннеті деп аталған, тау жері біз мақтаула айтылған, суларымыз таман күміш бел бал. Да, очень быстрый Мусукаев, очень быстрый. Дает поверить. Его тут же ужалил. Мощно на спину 4 балла. Это было видно. Это было видно, что Мусукаев дает поверить в себя сопернику. Но он быстро, как стрела, моментально атаковал. И разрыв, конечно, колоссальный. Я думаю, что досрочно закончит Мусукаев схватку. Еще раз в стойке поймает. Близок был Мусукаев. Как пробивает. Все. До свидания. Итак, Исмаил Мусукаев, чемпион мира 23-го года. Я понимаю, что в России у него огромное количество тоже поклонников. Наконец он добился вот этого титула. Но принес награду не Андрею. Своей новой спортивной стране. По всем статьям был сильнее в этой схватке Мусукаев. И физически очень силен. Прям вот смотришь на него, откуда что берется. Тяжело было этому талантливому парню пробиться в составе нашей команды. Джамурат Рашидов долгие годы лидер. Сейчас Шамиль Мамедов вышел лидер. Еще с Виктором Лебедевым боролся многократно, по-моему, трехкратным призером чемпионом мира. Якутянином нашим, участником Олимпийских игр. Да, ловок, ловок этот зверь. Ну что ж, и венгры обрели золотую награду.